А вы что, как жюри, да? Today I want to say this, it was my last fight. And no way I'm gonna come here without my father. It was first time when after what happened with my father. Late father continued. Khabib, the Eagle, Nurmagomedov! Для меня главная мотивация – это семья, дети, близкие люди мне. Родители, друзья, болельщики, кто переживает, знакомые. И сама цель, которую я, например, ставлю перед собой, достижение этой цели, вот сам путь, который приходится проходить, является главной мотивацией. Хабиб, вы для многих являетесь примерным мусульманином. Хотелось бы узнать, по вашему мнению, какими качествами должен обладать современный мусульманин в 21 веке? Ну, это одна из таких тем, которая меня напрягает в моей жизни. У нас уже есть такой пример, который Всевышний нам дал, это пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. И я бы не хотел, чтобы меня ставили в пример, как будто с меня надо пример брать, как с мусульманина. Потому что я такой же человек, как и все, и у меня тоже могут быть ошибки. Так что, как с хорошего человека, может быть, но как с мусульманина, я бы не хотел, чтобы с меня брали пример. Конечно, нам мы все должны показывать хороший нрав, хороший пример, быть, так скажем, хорошим другом, хорошим отцом, братом. Это все наши обязанности. Но как человека отдельного, с которого берут пример, как с мусульманина, в плане религии, ислам, я бы не хотел бы. Ну, хотя уже я понимаю, что как и в какой-то мере я уже занял такую позицию. Уже есть люди, которые берут пример, но я не преследую этой цели. Хабиб, среди ваших друзей очень много знаменитостей. Рональдо, Ди Каприо. Вы также хотели встретиться с Мухаммедом Али, но, к сожалению, не смогли из-за его болезни. Ну, среди ваших друзей также находится наш скромный соотечественник Атабек Умаров. Хотелось бы узнать, что вы можете рассказать о нем. У меня в друзьях на самом деле есть люди, которые они очень узнаваемы по всему миру. Те же самые спортсмены, там, актеры, которых вы назвали. И Атабек Мухаммед Алиевич. Мы уже дружим уже пару лет, уже года три. Мы уже дружим. В прошлом году мы с отцом приезжали сюда, мы провели здесь грандиозный турнир. Он с уважением относился, в первую очередь, к моему отцу. И до сих пор у нас очень хорошие отношения. И вот сейчас ту работу, которую он проводит в плане развития у вас в стране и ведение здорового образа жизни, я думаю, что это очень многого стоит. К сожалению, у нас только 24 часа в сутки, только времени очень мало. Вроде бы кажется, да, так, но очень мало времени. Надо успеть очень многое сделать, не только для себя, но и для своих близких, для своего народа. Так что в этом плане, я думаю, что у него одно из самых главных качеств. Может быть, он сам это в себе не замечает, но я примерно как замечаю, это вот расставление времени и как он свой день строит, там, расставляя приоритеты, там, семья, работа, потом себе время уделит, там, друзьям, близким, там, какие-то моменты, какие-то проекты реализовать. Так что в этом плане он преуспел. У Атабека есть такое качество, любое дело, которое он делает, он всегда хочет скрыть. Но когда ты на таком уровне, когда что-то ты хочешь сделать, это очень тяжело скрыть. Знаете, вот у меня у самого просто бывают такие моменты, я вот на себе это... Я могу некоторые его моменты у меня зеркалить, потому что я вижу, что какие моменты он делает. И когда ты на таком, очень тяжело это скрыть. Для меня он является другом, я его на самом деле могу назвать для себя другом, потому что друзья, они проявляются не на словах, а в действиях. А у нас были пару случаев, в котором он проявил очень хороший жест по отношению ко мне, к моей команде, к отцу. И вот эти действия, которые он сделал, уважение в сторону отца, но этого нельзя забывать. Не то, чтобы я забуду, этого нельзя забывать. И мы не собираемся забывать, будем всегда поддерживать хорошие отношения. В дальнейшем тоже у нас есть пару хороших проектов, которые я бы, например, хотел бы со своими возможностями здесь, на Узбекистане, развить пару хороших проектов, которые могут приносить пользу для подрастающего поколения. В
потому что для страны в целом всегда на первом месте стоит приоритет – это подрастающее поколение. Так что в этом плане я всегда готов и буду поддерживать. Как вы принимаете самые сложные решения в вашей жизни? Когда сложные решения появляются в моей жизни, там вопросы, на которых мне тяжело ответить или сделать какие-то действия, я советуюсь с близкими. Альхамдулиллах, у меня вокруг меня есть такие люди, которых я могу назвать старшими, и я всегда стараюсь советоваться с ними. И не с одним человеком там. Я стараюсь брать совет у одного, у второго, у третьего. Как говорится, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь, да? Когда ты на какую-то вершину взбираешься, просто не нужно голову терять. Нужна концентрация, нужно ставить приоритеты, что самое главное в твоей жизни, потому что когда ты взбираешься на такую высоту, появляется очень много отвлекающих факторов. Просто надо знать, что и когда делать. В одном из своих интервью вы признавали, что мечтаете о своем вертолете. Когда планируете покупку? Ну, пока что нету таких планов, пока это остается в мечтах. Да, было такое интервью, потому что там передвигаться, например, да, как-то на машине уже у себя в родном Дагестане уже становится чуть тяжелее, на вертолете намного легче передвигаться. Посмотрим. Это я бы не поставил бы, что это моя цель там и так далее. Будет, не будет, что делать, без нее тоже жили. Хабиб, если бы у вас была такая возможность, хотели бы вы получить гражданство Узбекистана? Я и без паспорта уже местный, так скажем. Уже сколько лет я уже сюда приезжаю, очень много друзей, близких. В будущем будем рассматривать. Самое главное – отношения. Какие у вас отношения, как вы соблюдаете договора между собой, между друзьями, как вы поддерживаете дружеские отношения, братские отношения, как вы держите слово. Вот это для меня намного важнее, чем бумага. Хабиб, если бы сейчас перед вами оказался ваш папа, что бы вы ему сказали? Ну, я думаю, одним словом я не ограничился бы. Был бы, наверное, я думаю, диалог какой-то полезный, так скажем. Мы как мусульмане, как люди, которые не живут в иллюзиях, мы знаем, что такое невозможно, так что я об этом не думаю. Единственное, что мы можем делать, это совершать благие дела, благие деяния и просить Всевышнего, чтобы Всевышний смилостивился над ним. Вот это самое главное.